Я видела, это я вызвала от всех. Так спасибо большое, я сначала офигела, что-то взорвалось, потом смотрю в другую под капот, парень какой-то закидывает бомбу или что-то, и она взрывается просто, я давай сразу в 112 звонить, потому что моя машина вот тут вот тоже стоит. Сегодня ночью в Камышлове под покровом густой уральской тьмы некий герострат мужеского полу учинил массовый поджог запаркованных болидов. О том, что это был целенаправленный поджог, говорят два факта. Во-первых, как вы слышали в начале репортажа, местная женщина видела парня, который заложил какую-то бомбу под капот Мазды CX-5, которая рванула и взрывом ей вырвала крышку капота. Согласитесь, далеко не на каждом авто-аутодафе болиду сносит капотню. И во-вторых, вспыхнувшие машины стояли не рядом. Помимо Мазды сгорела еще и десятка, так она мирно спала в нескольких метрах от япошки. Да, неподалеку, в одном дворе, но не по соседству. А две машины в одном месте в одно время самостоятельно загореться не могут. Значит, 100% поджог. Ну, блин, долго горит вот эта машина. Вот она первая взорвалась, вот эта вот. Меня под окном сначала все озарило, я, блин, охренела. Все пошло. Я сначала подумала, кто-то кому-то насолил один, потом смотрю, он по всем стоянкам пошел. В результате ночного поджога насовсем сгорели Mazda CX-5 и десятка. Кроме того, частично подпалился синий Chevrolet Aveo, ну и еще до кучи белой Ниве, стоявшей рядом с Маздой, чутка подкоптило правое крыло. Огнеборцы примчались на утушку восьмером на двух красных машинах. Суммарную площадь пожарища оценили в 12 квадратов и замочили пламя за 7 минут.